Татьяна и Марина – ученицы Старогородковской школы «Гармония». Для веселых стартов слишком взрослые, поэтому участвуют только в спортивно-танцевальном конкурсе. Это первая часть праздника под названием «Спортландия-2018». Мисс Танец почти придумывала я, но мы его где-то 2 недели репетировали, даже больше. Участницы конкурса своим выступлением остались довольны, а судьи признаются, что этот этап Спортландии творческий, поэтому и самый сложный. Но, несмотря на это, оценка будет максимально объективной. Среди членов жюри нет сотрудников учреждений, участников состязания, только мастера спорта и кандидаты в мастера. Очень неплохо. Готовились все, безусловно. У кого-то больше творческая часть получилась, у кого-то больше спортивная. Но в целом видна работа, которая была проведена тренерами, учителями. Соревнование «Спортландия» в Одинцовском районе проводится уже 4-й год. За это время удалось расширить географию участников. Теперь это не только воспитанники образовательных учреждений муниципалитета, но и юные жители Наро-Фоминска. Организаторы мероприятия подчеркивают, что в первую очередь это все же праздник, а не состязание. Праздник, потому что детям хочется публичности, им хочется показать себя, на что они способны, что они умеют делать. Но все равно, вы знаете, им всегда хочется занять первое место. Поэтому все равно это соревнование для них и для нас. Веселые старты – вторая часть соревнований. Спортсмены быстро бегали, высоко прыгали, ловко вели мяч и метко кидали обруч. Эстафеты были сложные, но участники справились. Конечно, все по-разному. Первое место завоевала Одинцовская школа «Надежда». Но то, что в Спортландии не бывает проигравших, понимают не только организаторы. Все волнуются. Как это? Волнуйтесь, соперники, волнуйтесь, состязание. Все волнуются. Все хотят победить? Да. Но главное участие. А в следующем году юные спортсмены снова приступят к борьбе за кубки, чтобы в такой же дружественной обстановке провести время не только весело, но и с пользой. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».